Привет, друзья мои! И с вами снова я, Светлана Ата. Привет. Индира Ата. Друзья мои, всем спасибо за просмотры, всем моим друзьям и подписчикам, а тех, кто первый раз зашел ко мне на канал, пожалуйста, добро пожаловать, я всегда рада новым друзьям. И если вы хотите узнать, что женщина после 45 лет может вновь приобрести счастье в чужой стране, то вам нужно смотреть меня и видеть свою каждодневную жизнь, как я обрела счастье через мужчину, моим мужем, чем мы занимаемся, что делаем, как мы любим друг друга, уважаем друг друга. Так что, друзья мои, приходите ко мне на канал, мне очень интересно, и я постараюсь все рассказать о моей счастливой жизни и воспользуюсь случаем, хочу показать вам вот такие наряды. А сейчас мы направляемся в одну из достопримечательностей Мерсина. Марина. Кстати, мне очень понравился этот магазин. А я здесь никогда не была. Надо будет зайти. А дальше будет еще интересно, потому что я вам такое покажу. Кто приедет в Мерсин, обязательно должен посетить Марину. Что это за Марина? Смотрите дальше, не переключайтесь. Хочу вам сказать, что идет проверка. Посмотрите, поблизости мне не дадут снять. Полицейские проверяют каждую машину. Багажник открывают. И также мы все будем, значит, сумки у нас проверяют. Вот такая территория. Значит, смотрите, мы начнем отсюда. Большое движение, посмотрите. Машины заезжают, выезжают, все очень красиво. Смотрите, как красиво. Мерсин Марина. Здесь, значит, много магазинов. И я вам могу сказать, что это не для бедных. Здесь сюда приходят все богатенькие. Потому что я один раз, когда свадьба у меня была, мы хотели с мужем купить мне. У нас это все так быстро получилось, мы даже сами не ожидали. И было на подготовку один день. И вот я вам потом это в другом видео расскажу, если вас, конечно, это интересует. И мы пришли, он мне привез сюда. Первым долгом привез меня сюда. Посмотрите, пожалуйста, открытое небо. Посмотрите. Такие магазины, брендовые магазины. Не дешевые. Сюда все. Маша Бахча, на этом заводе работал мой муж. Очень красивая продукция. Так вот, мои хорошие, что я вам хочу сказать. Смотрите, какая красивая посуда. Действительно. Вот и Паша Бахча. Очень красиво. Ну так вот, мой муж привел меня сюда. Хотел мне купить свадебное платье, но я не... Ой, конечно, как... здесь я не нашла свадебного платья, а здесь были такие платья. И то, что мне понравилось, было около 5000 лир. И я сказала, нет, я на один день не хочу такое. Посмотрите, какая красота. Такой брендовый магазин «Большой Бахча». Ну вот я, как вам говорила, здесь Мигрос. Котон есть. Вот мой турецкий мужчина, красавчик. Так, спортивный магазин. Посмотрите сами, Армани.
общем, я могу вам сказать, что сюда приходит молодежь, дети богатых родителей. Посмотрите, кафе. Они сидят, студенты. Ну, кто работает, там дальше ресторанчики. А сейчас я покажу вам самое главное. Сейчас не видно, может быть, так хорошо, но я постараюсь вам это продемонстрировать. Это яхтовый клуб. Днем я как-нибудь приду и засниму эту всю красоту. Было, конечно, несколько раз. Все равно не повторяюсь, удивляться. Вы видите яхты? Конечно, это надо днем все смотреть. Видите? Увеличила вроде бы. Их тут множество. Ашкем, нас кыралык я пёрла, орда. Кыралык? Ne ikram? Bu. Burası liman burası. Anladım ama o... sahipleri var. Hepsiniz kendine sahipler. Kendi ne? Tabii. Para kralı kiralık değil ya. Kiralık olur mu ya? Olabilir. Ben para vereyim istiyorum. Çok belki vardır da. Короче говоря, вот так мы с ними общаемся. Пойдем, пойдем, aşkım, пойдем. Пойдем. Пойдем, мой aşkım. Buradan bir dönüyor. Очень давно хотела с вами побеседовать насчет отношений, наших отношений вообще. Конечно, они очень отличаются от моих прошлых отношений и от моей жизни. Я сейчас... У меня нет головной боли с ним абсолютно. У меня есть только свои головные боли, связанные с моей семьей, которая осталась у меня в Грузии. А с мужем у меня нет никаких проблем. Фу, не сглазить. Назар. Посмотрите, какая яхта. И что я могу сказать, что женщина может быть счастлива. Второй раз, третий раз. Не надо падать духом. И твое счастье придет неожиданно. Искать не надо его. Все придет неожиданно, само собой. Жизнь непредсказуема, вы себе не представляете. Я вообще никогда не подумала, что я могу быть счастливой когда-нибудь или выйти замуж за границу и остаток своих лет прожить здесь, в Турции. Представляете, 45 лет я жила в Грузии, и вдруг я уехала сюда, но я не чувствую абсолютно. Знаете, вот только что вот семья, скучаю по семье, а так вот как будто вот вторую свою половину нашла. Но я много чего надо делать правильно, чтобы все было хорошо в отношениях. И если вас это заинтересует тема насчет отношений, вы мне скажите, я специально сниму видеоролик на эту тему. Потому что так снимать пока никто, если не хочет, не интересна моя жизнь. И у меня тоже нет желания. Такие вот дела. Посмотрите, вот это все яхтовые. Один раз придем сюда, мы днем. А вот посмотрите, это кафешки. Я повторяю, что сюда. Здесь не из дешевых рестораны. Такой приятный, не из дешевых рестораны здесь. Контингент тоже не из дешевых. Все при деньгах приходят сюда. И, конечно, сервис и качество обслуживания на высшем уровне. Сейчас, знаете, какая погода? Вот такой приятный, прохладный ветерочек и брызгает с этого моря. Господи, какая красота! И aşkım рядом. Посмотрите, вот так за ручку мы ходим. Я так никогда раньше не ходила, а здесь только так. И все пары, и пожилые.
А пенсионеры здесь, это отдельное видео можно снять. Я в шоке от пенсионеров, которые живут здесь. Вообще у меня столько чего интересного есть вам рассказать. Если вас это интересует, то я поделюсь с вами. Я полностью поменяла мировоззрение здесь, в Турции. Я по-другому стала смотреть на мир, на отношения между мужчиной и женщиной. Потому что я жила раньше по-другому. Понимаете, я была и мужчиной, и женщиной, и мамой, и папой. И здесь у меня все изменилось. Я стала здесь ребенком, королевой. Посмотрите. Детки катаются, когда мои внуки приедут. Вообще все расскажу вам. У меня столько чего есть интересного рассказать. Об отношении его к моей семье. К моим близким. Ну и от женщины требуется, конечно, уважение, поддержка мужа. И несколько секретов, которыми я могу поделиться только при вашем желании. Поэтому все пишите в комментариях, если вам интересно. Вот что-то сегодня захотелось мне вот на фоне этой красоты поделиться именно частичкой своего счастья. И хочу, чтобы все женщины любили себя, ценили, и чтобы вас любили, ценили, и вы действительно обрели счастье, были счастливы тех, кто одинок. А что, я Мурма? Вы представляете, в Тумерсине нету дождя, и сейчас начал капать дождь. Марина не заканчивается, вы видите? Вот специально мы ходим, делаем такой обзор. Магазины, парки. Ребята, действительно красотища, друзья мои, мальчики, девочки. У меня в Батуми тоже красиво, конечно, Батуми я обожаю, все. Батуми моя родина. Сакартелу гаумарджус, так говорят. Но здесь совсем другое. Кафе переполнены, ресторанчики переполнены. Детки катаются. Пеймен. Все брендовые магазины. Харахуры, марахуры, вай-фай. Ой, вай-фики, май-кики, де-факто нет. Посмотрите. И музыка иностранная. Бассейны, водичка. А дождик уже перестал. Хочу попробовать, если получится мне. Ашкин, банада! Меня тоже пускай снимет, Ашкин. Меня сними, Ашкин! Всем привет, мои хорошие! Какая теплая вода! Как мои хорошие! Так мне хорошо! Вот молодежь, очень много молодежи. Здесь жизнь такая современная. Вот в некоторых других местах, вот в нашем районе, я вам показывала уже, в нашем районе кафе, рестораны, европейское я не слышала. А здесь европейская музыка.
детки, посмотрите, что делает. Намочилась. Посмотрите, какое удовольствие они получают. Как я соскучилась по своим деткам, по моей Маре, по моему Деме, Ирмочке. Мой муж как любит моих внуков. Он всегда говорит, что это его. И знаете, что мне нравится? Когда звонит моя дочка, вот наша дочь звонит. В общем, жизнь прекрасна, друзья мои. Когда есть мужчина, который понимает тебя. И не бойтесь начинать все сначала. Свою жизнь с чистого листа. Главное, нужно решить в себе это. Сможете вы или нет. А вообще сможете. Каждый человек все сможет делать. Не пугайтесь, не бойтесь рисковать. Ну и, как говорится, надо думать головой. Вот так детки балуются. Так, вот. Здесь вот магазины, они сейчас закрыты. И вот посмотрите, мы обошли. Так, вот кафе, кафе здесь пустое. Видно новое. Здесь какой-то стадион такой, как арена. Я сейчас вам покажу. Вот посмотрите, все условия для инвалидов, туалеты. Для мужчин, женщин. Но именно то, что нравится, тут заботятся о маленьких детях, инвалидах. А здесь вот именно какая-то концерты проходят. Концерт Бурда, я говорю. Концерт. Посмотрите. Это все моя Ирина. В общем, красиво все.